вот такая вот штука. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится вот этот один файл. Скачать можно будет по ссылке в описании. Мы его запускаем. Нажимаем «Запустить». Нас спрашивают, уверены ли мы, нажимаем «Да». И после этого мы перезагружаем компьютер. И после перезагрузки компьютера у нас уже не будет оверлей Xbox. По нажатию Windows G ничего не происходит. Также для полноценной уверенности я рекомендую зайти в службы и здесь отключить все связанное с Xbox, то бишь вот эти службы поставить, чтобы было как у меня disabled или в русской версии отключено. Мы нажимаем два раза и тип запуска выбираем отключено, disabled. Окей, на этой также и на этой также. Все, и перезагружаемся и в принципе на этом все.